Вы сказали, что они желают высшее благо, которое не происходит вниз. Они не понимают высший свет. Они чувствуют, что ты их душишь, что ты причина всего зла, которое есть у них, во всем. Это непонятно. Высший свет, он должен... решать все проблемы. И у меня насморк у моего маленького ребенка в какой-то там семье в Патагонии, неважно где там, в Латинской Америке, неважно где. Они чувствуют, что это имеет отношение к евреям, и евреи виноваты. Почему? Потому что высший свет должен дать ответ на все до истинного совершенства. Очень просто. Пойми, что чувствует человек, который не относится к евреям, который относится, не относится к этому переходу. То есть он чувствует, что вся его жизнь, сила жизни, счастье в жизни, радость в жизни, все находится в твоих руках. Это то, что есть.